Одна девятая корзины фруктов России и треть корзины Кубани в 2018 году наполнена яблоками и другими плодами акционерного общества «Сад-гигант». Об этих и других победах в уборке плодов говорили на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня урожая самой крупной садоводческой фирмы Кубани. Очередные рекорды принесла уборка урожая 2018 года акционерному обществу «Сад-гигант». Около 115 тысяч тонн плодов – это абсолютный рекорд, которого добилась фирма в этом году. Залог успеха – интенсивные технологии садоводства, техника и, конечно же, люди. Работники предприятия, которые получили благодарность за свой труд на торжественном мероприятии, посвященном Дню урожая. Их нелегким трудом удалось добиться того, что с каждого гектара сада было собрано в среднем по 55 тонн плодов. И это еще один рекорд в книге достижений сада-гиганта. Может быть, для кого-то это просто сухие цифры, но мы прекрасно все понимаем, что за этими цифрами стоит нелегкий труд садовода. За это мы, конечно, должны сказать вам огромное спасибо и выразить слова благодарности за ваш нелегкий труд. Сад-гигант относится к числу высокорентабельных предприятий. По официальным данным, его рентабельность доходит до 40%. Успех этого градообразующего для прибрежного сельского поселения предприятия – залог стабильности людей и территории в целом, подчеркнул в своем обращении к садоводам глава Славянского района Роман Синеговский. Это рабочие места, это условия для тех, кто трудится сегодня в агрофирме «Сад-гигант». Это налоги, благодаря которым сегодня прибрежное поселение – самое благоустроенное, самое красивое, самое зеленое поселение в Славянском районе. И хочу сказать спасибо агрофирме «Сад-гигант» как социальному партнеру. И если говорить о точках роста, приятно, что есть серьезная школа садоводства в агрофирме «Сад-гигант». И рядом же люди, они смотрят, тоже выращивают дома сады, тоже продают яблоки. Потому что есть хорошая школа, есть где посмотреть и есть где научиться. Поздравить аграриев с праздником пришли почетные гости, в числе которых председатель Совета Славянского района Григорий Литовко, депутаты Совета, глава прибрежного сельского поселения Татьяна Сайганова и председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса. По традиции, лучшим из лучших работникам предприятия были вручены благодарственные письма и премии, а настроение поднимали лучшие номера творческих объединений Славянского района. Мария Климова, Игорь Ванчугов, программа «События».